Где-то вдалеке звучит сирена. Лениво топаешь в свой блок, ведь у тебя в запасе есть целая минута. Как же это все заебало? Может, в этот раз я уже не успею и наконец-то все закончится. Внезапно осознаешь, что стоишь перед закрытой гермодверью. Как же так? В этот момент волна ужаса захлестывает тебя, и ты осознаешь, что все твои стенания были позерством и голословным нытьем. Начинаешь колотить руками в дверь. «Пожалуйста, откройте!» Внезапно, резко взвизгнув, сервомоторы начинают работать и толкают гермодверь в сторону. «Спасибо, спасибо, спасибо вам, Господи!» — последняя мысль твоего умирающего мозга. «Ведь этой двери тут никогда не было».